знаете, наша редакция решила проверить ваши силы, да, и устроить такое. Не больше, ну, гантели у нас нет, у нас вы можете максимум оператора поподнимать или нас поподнимать. Или камеру, да. Но у нас есть чуть другая идея, и мы решили попробовать с вами, как это называется, в рукоборье, да? Армрестлинг. Посмотрим, насколько вы сильны. Итак, дорогие друзья, у нас тут соперничество года, так скажем. Мастер спорта по пауэрлифтингу против мастера спорта против ведущего. Активный ведущий, не надо так говорить. Хорошо, давайте. Если кто только присоединился к нам, мы Валерию испытываем на силу. Действительно ли она та, за кого себя выдает? Да нет, тут реально только меня испытывают. Чемпионка. Давайте, у нас идут... Будут небольшие такие армрестлинг. На кону у нас что стоит? У нас на кону стоит, наверное, шоколадка. Ну я же шоколад не ем. Если Вимбит выиграет, то редакция «Утро» сегодня жизнь станет намного слаще. Если Валерия выиграет, то от редакции «Утро» Валерия получит сегодня хороший такой большой шоколадик. Или будем должны. Итак, давайте приступим. Так, подождите, что-то я волнуюсь. Ты только этот... Маникюр не повреди и не царапайся. Господи. Я тут посмотрю. Битва маникюра. Битва маникюра. У нас неправильная битва. Принимаем. Что, армрестлинг, да? Да, армрестлинг, если ты помнишь. Так, подождите, я волнуюсь. Только не сломайте нам стол. Я очень слабая. Так, держи прямо. Только руку мне не сломаете? Так, чуть-чуть подвиси. Ага. Вот так. Готовы? О, боже. Так, раз. Да, подождите, наш оператор возьмет крупный план с какой-нибудь камеры. Итак, дорогие друзья, то уже напряглись, представьте. Да, вот это напрягается. Это женское соперничество. Как только я руку опущу, начинайте. Раз, два, так, расслабьтесь. Что? Напряглись так сильно. Раз, два, три. О, боже мой. Простите, пожалуйста. Валерия, на этом не все. Давайте тебе. Ну, да, мне кажется, мне нужно было сторонку конкурент, так скажем, сейчас я подготовлюсь. Они решили меня испытать. Я должен настроиться. Давайте как Mortal Kombat. Да. Так. Я утром зарядку забыл сделать. А, это помогло, конечно. Давай, ты у нас судья. А что надо делать? Держи, смотри, чтобы у нас локти были прямые, да, руки прямые. Мне уже страшно. Да. Лишь бы не сломать стол. Все, да? Все, подождите. Мы за кадром договаривались, что я буду поддаваться, но я не собираюсь нифига поддаваться, потому что это дело принципа. Может, надо наоборот, чтобы она нам поддавалась, чтобы чисто гордость не там. Я вам поддамся. У меня есть такое, я иногда с двумя руками начинаю чистить. Надо было мне поддаваться, а не с вами. Все, начали, да? Да, раз, раз, два, три. О, какое напряжение. Вы зачем так? Все. Я проиграл. Он поддавался, честно. Я увольняюсь. Ладно, я еще девушка. Да, ну, дорогие телезрители, вы сами видели, Валерия действительно мастер спорта, так скажем, да? И она... Действительно сильная, у меня рука до сих пор болит. Судя по фотографии, которая у нее на футболке, это она. Да. А может, кого-нибудь еще позовем? Давай. Нашего оператора, он самый сильный из нас. Заходи сюда. Не, почему? Мы наши операторы. Заходи, заходи, тут все телезрители тебя только ждут. Заходи, давай, давай, давай. Есть еще кого испытать? Так, мы с кем еще попробуем? Если он проиграет, то мы режиссера вызовем. Да, у нас есть еще режиссер. А, есть что там, охрана еще есть. Кажется, утро на пирамиде должна мне шоколадку. Так, у вас есть уже две шоколадки, я вам скажу. Так, держим. Так, прямо. Так, давай, Ганат, не опозори нас. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да ладно! Серьезно? Вы поддавались? Вы поддавались? Да, я поддавалась. Как уйти выигравшим из проигравшего? Не зря наш оператор каждое утро встает и камерами, штативами тренируется. Ну что, дорогие друзья, ну вы, как вы сами видели, мы должны вам одну шоколадку, получается, да? Я сказала две. Ну две, так две, я согласна. Две. Спасибо, Валерий, что вы пришли к нам в гости, да. Уделили нам время. Больших вам успехов на вообще соревнованиях, вообще во всем, больших вам успехов, вы крутая. Спасибо. А где наша папочка? Я напомню, кто у нас в гостях была, так скажем.
Я не перестану читать все это. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Двукратная чемпионка Азии по пауэрлифтингу 2018. Серебряная призерка первого этапа Кубка мира по мастер-рестлингу среди юниоров 2017 года Приховских Валерия. Спасибо вам большое, да, что пришли к нам в гости. Спасибо. Успехов вам в ваших соревнованиях. И зовите нас тоже к себе в гости. Зовите свой Royal Fitness. Обязательно вы можете приходить, заниматься. Бесплатно, да? У вас есть личный тренер. Я запишусь. Ты помнишь, что она строгая, что тебе действительно нужно будет ходить и заниматься? А мне нужно, чтобы мне там гоняли, а то я вообще расслабилась, да. Вы можете приходить, мы всегда будем вам рады. Вам большое спасибо. Да, вам большое спасибо. Желаю вам удачи, процветания, сил и здоровья. Спасибо вам большое. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и мы вернемся после небольшой паузы. Да, у нас еще впереди. У нас рекламная пауза. Да, мы сегодня говорим о спорте в целом.